Привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас заказ по 13-му каталогу Faberlic. Здесь много всего интересного, декоративная косметика и помадки, которые мы, конечно же, по традиции оставим напоследок. Ну а начнем давайте с линейки Botanica. Девочки мне писали, что им очень понравились и нравится пользоваться средствами этими, поэтому, конечно же, взяла на пробу себе, и знакомые у меня заказали. Здесь шампунь 2 в 1, восстановление и уход, прополис и шиповник. Вот так он выглядит. Артикул его 8744. Запах классный, пахнет медом, действительно пахнет медом, чем-то таким слащавым. Будем пробовать, тестировать. В пустых баночках расскажу. Так, и два бальзамчика. Один у нас восстановление и уход, прополис и шиповник тоже. Мне кто-то из девочек его советовал. Спасибо большое, будем тестить. У нас заявлено, что 98% состава вот этих средств натурального происхождения. Ну, не знаю, посмотрим. Это для сухих, ломких и секущихся волос. Бальзамчики у нас фольгированные. И это здорово. И второй для нормальных и лишенных блеска тусклых волос. Блеск и питание, ромашка и кедровое масло. Вот так выглядит он. Артикул его 8748. Тоже должен быть фольгирован, да. Будем пробовать, девчонки. Обязательно расскажу вам в пустых баночках о своих впечатлениях на эту линеечку для волос. В серии Техно Kids были большие скидки, поэтому мы взяли сразу несколько продуктов. Это шампунь бальзам 2 в 1 для детей с ароматом яблочко. Мы его уже брали, нам очень нравится, действительно. Пахнет зеленым, знаете, таким химическим яблоком с кислиночкой. Очень приятный аромат. На самом деле... 23,54 его артикул, это 3+, не первый раз берем, довольны. Конечно, я не скажу, что это прям шампунь 2 в 1, и для девочек волосы будет хорошо расчесываться и так далее. Нет, мы все равно потом используем бальзамчики, либо спрейчики какие-то детские. Но в целом он свою функцию выполняет хорошо, то есть волосы, кожу головы промывает. Второй продукт — это пена для ванны из Техно Kids, тоже она у нас идет 3+. Пену для ванны мы берем впервые, потому что я как-то вот... Шампунь использовала и как пену для ванны, и как шампунь. А тут были очень хорошие скидки, цены. Там еще на жидкое мыло детское была хорошая цена. А артикул пенки у нас 23,57. И какой же у нас здесь аромат? Не написано, сейчас понюхаем. Тоже яблоко. Причем красного цвета, но пахнет очень похоже с вот этим шампунчиком. Тоже яблочко, приятный очень аромат, вообще здоровский, мне нравится. Ну, довольно свежие весеннего производства средства, так что все нормально в этом плане. А шампунь вообще от июня. Из детской линейки еще взяли пасту, тоже Техно Kids 3+. Нам она очень нравится. Артикул ее 23,58. Я уже, девчонки, вам говорила, что паста очень хорошо очищает эмаль. Она фольгирована. Я просто пробовала на себе. Действительно, эмаль очищает до скрипа. Реально весь налет убирает. Поэтому паста мне очень нравится. Она тоже пахнет яблочком. Вот такая вот розовая, интересная. Ой, не давится. Тут, наверное, пленочка еще осталась. Вот, розовенькая такая паста. Ребенку нравится. И мне очень. 50 мл. И цены бывают 50-60 рублей. Это очень бюджетно. Из серии Эксперт у меня в этом заказике вот такая вот паста. Она тоже была в этом каталоге на акциях. Укрепление и защита десен. Это не мой заказ. Я сейчас пользуюсь пастами других производителей. У меня попросили заказать артикул 1608. Довольно хорошие пасты, которые обладают не только обычным очищающим, освежающим эффектом, но и лечебным. Здесь у нас есть и кислородный комплекс, и они довольно безопасны и гипоаллергенны, поэтому, в принципе, я могу советовать эту линейку попробовать всем. Это хороший, более-менее профессиональный уход за полостью рта, действительно. Пришли мои любимые дезодоранты. При покупке двух действовала скидочка. Я взяла два «Морская свежесть». Артикул 23,51. Мне они нравятся очень. Меня устраивают эти дейтики во всем.
на самом деле. И в плане защиты единственный их минус, то, что они шариковые. Смотрите, здесь тоже все, кстати, запечатано. В том, что они шариковые и немножко долго подсыхают на коже. Но для меня это не проблема. Как бы даже если вы оденетесь сразу, пятен никаких нигде абсолютно не останется. Все очень достойно. И запах вот мне нравится вот этот больше всего. Морская свежесть. Он легкий-легкий. Вообще здесь ароматы очень легкие, ненавязчивые. А дата тоже конец мая. В принципе, все нормально. Так что, кто не пробовал, в них, кстати, нет алюминия. Защиты 48 часов, как заявлено, здесь нет. Но на 24 часа мне хватает лично с лихвой. Они безопасные, не закупоривают поры, сальные железы. Поэтому советую к покупке. Присмотритесь. На серию вербена у нас были желтые ценнички, насколько я помню, и при покупке двух средств действовала скидка. Я взяла снова мицеллярную водичку, которая мне очень-очень-очень понравилась. У нее запах лимонника, наверное, многие уже знают. Она у нас против 7 возрастных изменений, ну в это я верю слабо. Чем покорила меня именно она? Тем, что она не щиплет абсолютно глаза. Я специально ватный диск смачивала до такой степени, чтобы точно попала в глаза. Нет, она не щиплет вообще ни грамма, несмотря на такой запах. Кажется, сейчас попадет в глаза, и там будет просто пожар, и будет гореть чуть ли не как от перца, потому что ну, лимончиком же пахнет. Нет, все очень комфортно, деликатно, и вместе с тем, после того, как вы очищаете кожу этой мицелляркой, она как будто скрипит. Она очень чистая. Замечательно удаляет без эффекта панды, макияж с глаз. В общем, ей просто вот, ну, 10 из 5 оценка. Я вам очень советую. Я вот целый год просто проходила мимо этого продукта. Почему, не знаю. Теперь это мой фаворит в плане снятия макияжа. Артикул мицеллярки 0831. И второй продукт из серии вербена, который я буду пробовать впервые, это CC-крем. Вот так он выглядит. Так, CC-крем это у нас AA плюс BB. Здесь еще, кстати, есть SPF 10, что очень важно. Сейчас осенью у нас солнышко еще довольно активное. Артикул его 0811, и здесь у нас 30 мл. Я слышала много положительных отзывов в адрес этого крема, и так как мне совсем не хочется пользоваться тональниками, я подумала, что вот такое средство моей косметичке не помешает. Крем у нас фольгированный. Сейчас мы с вами попробуем его нанести, потому что мне реально самой очень интересно, как он выглядит. Так, вот как он выглядит сам. Он нормального, натурального, коричневого цвета, без рыжины, насколько я уже успела это оценить. Вот. И без розового подтона, и без рыжего, то есть вполне нормально. Если наносить на руку... Он такой легенький-легенький, прям почти как водичка. Хотя чувствую, что есть какой-то питательный элемент на руке, чувствуется. Слегка распределила, да. Надеюсь, он не будет жирнить кожу. Сейчас мы с вами попробуем. Так, я взяла в зеркало, девчонки, сейчас буду пробовать наносить. Я люблю это делать пальцами. Я не знаю, CC-крем как иначе нанести. Слушайте, ну, конечно же, он перекрывать ничего не будет, это все понятно. Но легкий эффект выравнивания тона кожи я уже вижу. Лицо, конечно, блестит сначала. Сейчас посмотрим, как будет по факту. Наносится легко, разносится легко. Прям вот действительно... как слегка подкрашенная водичка. Но пока кожа блестит. Это как бы не есть хорошо. Сейчас посмотрим, что будет, когда он впитается. Девчонки, но в целом, в принципе, все достойно. Вот на камеру... От цвета блестит, конечно, кожа больше, а в зеркало очень даже неплохо. Вы знаете, легкое такое выравнивание тона, я думаю, в принципе, разницу видно. Очень неплохо смотрится на самом деле. Я надеюсь, он дальше еще немножко подвпитается. На ощупь, ну, кожа такая вот, ну, знаете, напитанная. То есть вот элемент такой легкий. Питание все-таки в креме присутствует.
Ну, мне кажется, на зиму вот вообще мне пойдет. Я не хочу никаких плотных больше тональных кремов использовать. И этот-то буду крайне редко. Сейчас вблизи вам покажу, как кожа выглядит. Вот так. Здесь, кстати, на упаковочке написано, что кожу матирует. Делает поры менее заметными. Морщины, 15 защиты SPF, выравнивает тон. Противостоит пигментации. Но сейчас посмотрим. Может быть, к концу видео он подпитается и действительно будет легкий эффект матирования. Дальше, девчонки, у меня много-много средств из линейки Expert Pharma. Это у меня заказали мои знакомые девочки. Первый крем-антипреспирант для ног. Я его не пробовала. Интересно, если пробовали, расскажите, действительно ли он помогает. Здесь у нас все закрыто такими заглушечками. Артикул его 1642. Дальше у меня бальзам гладкие пяточки в количестве 3 штук. Я разрекламировала всем своим знакомым. Им очень понравилось то, что я им рассказала. И мне действительно он безумно понравился. Я причем пробовала наносить его таким интересным способом на стопы, потом одевала бахилы и сверху носочки. Полчасика ходила, снимала, и ноги как будто после там сауны распаренные такие. И можно, мне кажется, у кого есть огрубевшая кожа, у меня просто, ну вот, ее практически нету, не могу даже проверить. Но та, что есть, она прям могла вот так вот рукой провести и снималась. Не знаю, кому вот он не понравился. Некоторые девочки писали мне, что не понравился им этот крем. Мне очень, я в восторге в диком. Даже когда я наносила его простым способом на ночь, безумно мягкие ножки с утра и просто супер. Если потом воспользоваться пемзой, то оно вообще будет результат идеальный. Артикул крема, так, 1661. Очень советую, когда он на акциях. Сейчас, по-моему, на него невысокая цена. Попробуйте обязательно. И еще один продукт. Это размягчающий крем-компресс для ног. Артикул его 1696. Его я не пробовала. Девчонки, если пробовали, напишите, пожалуйста, как вам. Мне кажется, он должен, по идее, схож быть и с бальзамом для стоп гладкие пяточки. Потому что, ну, эффект один. Размягчающий компресс и бальзам. Только вот единственное, что я уже вижу, что в тубе он зеленого цвета, ментолового такого, вот если вам видно. Этот-то белый полностью. Но спрошу у своей знакомой потом отзывы тоже. Если пробовали, отпишитесь. А дальше в моем заказике 2 краски. Это Faberlic Expert Color 7.1 и 8.1. И, как я вам обещала, в одном из последующих видео мы будем красить волосы с вами вместе. Я буду смешивать эти 2 оттенка на этот раз, потому что 7.1 давал мне почти черный цвет. Это вот он сейчас подсмывшийся и уже более-менее похож на коробку. И то даже темнее, чем на коробке. 7.1 пепельный блондин. Кто смотрит меня давно, видели видео, когда я покрасилась, я была практически черная. Вот такой у нас пепельный блондин. А 8.1 светлый пепельный блондин, он мне прям вот светловат. И хочется мне теперь что-то посерединке. Поэтому будем с вами краситься вместе. Если еще не подписаны, подписывайтесь на канал, чтобы увидеть это видео. Ну и напоследок 3 помадки. У нас была акция на помаду «Абсолютный объем». По 129 рублей она была без скидочки консультанта. И здесь у меня 3 оттенка. Один из них мой, другие нет. Поэтому 2 я вам просто покажу. Мне разрешили. А на свою помадку, конечно же, сделаю свотчи и посмотрим с вами, как она смотрится на губах. Так, первый оттенок у нас 499. И вот как она выглядит. Красивый цвет. Нюдовый в сиреневый оттенок. Очень красивый цвет. Сейчас на фоне чего-нибудь беленького вам покажу. Вот как он смотрится. Сейчас фокус поймаем. Вот он. Вот такой цвет. 499. Как называется, девчонки, не помню. Следующая помадка у нас в оттенке 497. Вот так покажу вам. Здесь должен быть какой-то красно-малиновый оттенок. Сейчас посмотрим. Они все у нас запечатаны этикеточками. Так. Ну, то, что нужно, да. Мы выбирали по каталогу, и, в принципе, то же самое и пришло.
Вот так выглядит эта помадка. Вот. Мне кажется, довольно натуральный будет, красивый, такой насыщенный в то же время оттеночек. Запаха, кстати, у помады никакого нету. Ну и моя помада. Она у нас в оттенке 401-07. Вот. И здесь у меня что-то типа персикового оттенка. Этикетка по одной отрывается, зараза. Вот как она выглядит в стике. Сейчас сделаем сводчик. Кстати, помадка довольно кремовая. Пигментация, я бы сказала, средняя. Вот так выглядит. Вот смотрите, провожу один раз. Ну, как бы не очень ярко, да? Вот так выглядит сводч. Шиммер, ну, нет, шиммера нету, она такая сатиновая. И давайте попробуем нанесем. Ой, на губах она прям оранжевая. Нет, ну, в принципе, довольно плотная. Такой кораллово-оранжево-персиковый, что ли, оттенок. Но красивый, красивый, насыщенный. И на осень, мне кажется, очень удачный вариант на раннюю красивую оранжевую осень. Смотрите. Вот как выглядит. В принципе, да, я ожидала такого цвета. Он такой в каталоге есть, насколько я помню. Сейчас покажу вам вблизи. Вот так, девчонки, выглядит помада на губах. Мне нравится, я довольна. Это мой оттеночек. Буду носить с удовольствием. Может быть, даже с какими-то цветами смешивать. Ну, а на этом все, мои хорошие. Вот такой заказик у меня был по 13-му каталогу. И он даже без каталога, потому что у нас опять глючит сайт. И в приложении каталог, как обычно, за 20 рублей нам не падает. Нам только можно его отдельно заказать за 40, и то не факт. Надо будет опять забежать на пункт выдачи и приобрести его уже там, купить, то есть отдельно. Спасибо всем за внимание. Кому видео было полезно и понравилось, обязательно не забывайте ставить лайк. Подписывайтесь на мой канал, впереди нас ждет много интересного. Пишите свои комментарии, мнения по разным продуктам. Мне всегда очень интересно их читать. Делитесь своими отзывами. Ну а на этом я с вами прощаюсь. До следующих видео. Пока-пока.